Половине поля соперника. Вратарь вынужден был головой мяч выносить, поскольку штрафная площадка закончилась. И рукой уже было играть нельзя. Меридиан предсказуемо контролирует и мяч, и игру, но пока счет. Счет нулевой. Это самое главное. Геров и Исаев не подключаются к атакам. Сегодня, видимо, будут работать у себя в обороне. Сбили нефтяники ввести мяч в игру. Ну, очень быстро его потеряли. Остался в поле. Вот сейчас Мадьяров и Исаев подсказывают, кто должен Идрисова встречать. Бешнев делает сегодня основной акцент на оборону. Показывал Исаев, что должны выигрывать защитника. Ну, защитник, нападающий скорее. Меридиан энерго. Ну, пока будется обороняться фактически вдвоем за рубеж нефти. Меридиан активно ротирует состав. Свежая двойка выходит на поле. Меньше времени остается до конца первого тайма. 3 минуты, если быть точным. Неудачно получилась передача. Зайв. Снимают у него мяч. Рисов снова двоих вынужден обыгрывать. Вот контратак пойти в рубеж нефти втроем против двух защитников. Мадьяров берет игру на себя. Удар. Защитник ложится под мяч. Здесь нарушение. Второй фол за рубеж нефти. Таев у мяча. Вынужден отыгрывать назад. Сам не рискнул выйти в обороту. Последним защитником был. Идрисов ничего не достигает. Поле закончилось. Меньше минуты до перерыва. Тут угловой. Ну что ж,
концовку может забрать сейчас за рубеж нефть. Третье нарушение правил. Помню, за шестой и последующие фолы у нас предусмотрены 10-метровые штрафные удары. И в перерыве фолы не сгорают. Исаев, вот это широченный шаг. 0-0 и перерыв. Второй тайм, еще 10 минут нужно провести на поле «Рубеж нефти» и «Меридиан Энерго». «Рубеж нефть» сразу решила пойти в атаку всеми силами мадьеров на эту угловой. Исполнение штрафного в надежде на то, что еще летит в ворота от ноги Машнова. Яров, удар хороший, под штангу мяч летит. Пожестче надо ногу ставить в такие моменты. Хорош, хорош, Коля! Идриса вложился от всей души. Дриса, вот это финт. Никого не было на 6-метровый ответ в своей передаче. Здесь защитник не доработал. Ну что, в втором тайме Исаев у нас решил остаться в обороне, Мадьяров пошел в атаку. Но только после 8 следующих минут мы узнаем, правильно ли это было решение. И первый фол Меридиана. По свистку нужно исполнять штрафной. Яров сам бьет рядом со штангой, мяч просвистел. Четвертый фол за рубеж нефти. Да,
4 нарушения, так что еще один фул за рубеж нефти есть. Пятый. Надо, шестой будет поставлен 10-метровый. И на пустые ворота не получается здесь забить у капитана Меридиан Энерго. Пятый фул за рубеж нет. Совершенно не обязательное нарушение. Пятый фул получает на чужой половине поля, когда соперник подходит к своим воротам. Мяч потерян, Меридиан. Вынос головой, но здесь и Дрисов прочитал этот момент, понял, как будет направлен мяч. Ну, шестой гол, это практически пенальти, должен быть 100%. Атака нефтяников. Нет, очень быстро она остановлена была. Снова Идрисов на перехвате. Торопится Меридиан. До серии пенальти не хочется им дело доводить. Таймаут берет за рубеж нет, нужно перевести дух. Матч продолжается. Что ж, время идет, голов нет, и организаторы сейчас вынуждены
заглядывать в регламент для того, чтобы вспомнить серию пенальти, но пока Меридиан Энерго выходит вперед, и, возможно, серию пенальти мы не увидим. Теперь уже за рубеж нефти нужно забивать, чтобы сравнять все. Одного забитого мяча для победы не хватит. Ну, теперь уже всем составом за рубеж нефти на половине соперника. Нефтным прихватом. Классный перевод на дальнюю штангу. Там просто не получилось подстроиться под удар после рикошета ноги защитника. Мадьяров показывает, что один чуть побыстрее на него передачу делать. Обидная потеря. И стартовала последняя чистая решающая минута. Мяч остался в поле. Возможно, последний шанс для зарубеж нефти в этом матче отыграться. Вот 13 секунд. Можно пробить поворотом, вратарь далековато вышел. Ну, забить здесь уже было не главное. Матч окончен, счет 1-0 в пользу Меридиан Энерго.